Только нектар. Так, слизнячки есть один. О, бабл, 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 бабл. Слушай, а бабл тоже этих ест? Как его? Всяких штучек вкусных. О, перевертыш. Ах ты, ё-моё, врезался. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы сегодня играем в Little Big Snake. Большая маленькая змея. И я играю за такую маленькую змейку. Но мы скоро увеличимся, смотрите. Что творится, какая большая змея лопнула. Опачки, я не заметил камня. Ну что ж, такое тоже бывает. Так, и что, мы получили ключики и отправляемся дальше. Да, здесь надо быть внимательным. Вот эти камни, они очень такие бывают вредные. Ай-яй-яй, опять врезался. Да что такое? Так, кыш. Давай добавим его, друзья. Ладно. Возрождаемся. И играем дальше. Быстрее. Дальше. О, еда. Кушаем. Давай. Сейчас все быстренько скушаем. Так, здесь тоже это все подъедаем. О, какая змея большая, смотри. Ой, какой-то Леонардик. Какой-то ты слишком быстрый. Леонардик. Так, съели какого-то жучка. О, вот этого зелененького сейчас едим. Опа, у нас, смотри, есть бинокль мы открыли. Мы можем теперь лучше видеть. Вот еще зелененький. Давай зелененького окружаем. Вот, злюку мы открыли. А, это что за бомбстер. Так, идем сюда, аккуратненько. О, а здесь места мало. Так, вот этого, может, словим. Ах, ладно, убежал. Убежал. Мы сейчас будем кушать вот этих жукашек. О, где? Вот жукашка. Так, дальше. Вот, смотри, вот паучок, смотри. Съели паучок, паучка. Отправляемся дальше, смотрим, что здесь интересного есть. Опять паучок. Ах, смотри. Полетело. Слизняки. Так. Где все, ребята? Вот, смотри, ходит, смотри. Чувак. Большой. Ох ты, я бы этого зелененького бы съел. Ух, какой. А я, может быть, его сейчас даже и съем. Да, ё-моё. Вот этот большой не мешает. Ах, врезался в скива. Давай его позовем, друзья. Так, все. Дальше идем, играем, смотрим, что у нас здесь есть. Интересно, что мы открыли. Так, открыли мы ключики. На подарок, смотри, давай откроем подарок. Подарок, а у нас что подарок? О, 50 алмазиков. 50 рубинов, то есть. Играем дальше. О, зелененький. Ой, отлично. Что там у него? Какая способность была? Я что-то не заметил. Так, слизнячок. Съели слизнячка, идем дальше. О-о-о-о-о. Сколько... Блин, да чё ж я врезаюсь-то в него? Алло. Врезались второй раз уже. Так, дали нам ключики? Нет, ключиков не дали нам. Потому что нам нужно нормально играть. Кушать побольше вот этих слизнячков. Вот слизнячок съели. Так, вот эти вот маленькие какашули мы сейчас съедим. Ой, сколько какашулей много. Так, где у нас тут самые большие? Большие у нас сверху. Где-то вот здесь. Ой-ой-ой, смотри какой-то. Вот этого я сейчас съем. Давай. Лопайся. Ах, ты не лопнул. Ах ты гад, смотри. О, меня врезались. А, этот хочет съесть его. Лопнул, молодец. Вот здесь мы подкушаем немножко, а нет. Мешают нам вот эти вот тараканы. Тараканчики. Все. Есть, смотри, мы его скушаем сейчас. О, сколько здесь, сколько вкусняшек много. Тихо, я уже стал побольше. Так, вот еще одного слизнячка сидим. Так, отправляемся, смотрим, что здесь интересного есть. Так, а тут, в принципе, ничего интересного нет. О, бабл. Давай. Есть энергия.
Нам добавилось немножко энергии, мы стали немножко быстрее. Слизнячка съедим. О, какие тут толстенькие змейки, смотри. Ладно. Так, идем дальше, смотрим, что здесь интересно есть. Червячки. Маленькие змейки я буду их называть червячками, потому что они похожи на червячков. Потому что они маленькие. Так, это тоже, смотри, покушает какашули. Тоже ест какашулей. Так, это вообще какой-то паровоз был только что. Так. Опа! Отлично, врезался вот этого маленького, прикинь. Ух ты, он ест, ест, ест. Смотри, какой он большой стал. И его кто-то съел, прикинь. Так, я аккуратненько это все подъем и убегу отсюда от вас. Так, что тут у нас интересное есть? Вот, смотри, сколько еды. Офигеть. Офигеть. Так, кто-то опять взорвался. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Вот, змея какая большая. Ух ты, какая она большая. Нам нужно это вылезти отсюда. Ой, корона, корона, смотри, лежит корона. Я корону съел. Хорошо, идем дальше. Смотрим. Смотрим, что есть тут еще. Вот еще какой-то большой. Эх, ладно. Гуляй. Не буду тебя есть. Так, а вот этого бабла я все-таки съем. Опа, есть. Бабочку открыли мы. Ох ты, ё-моё, врезался. Врезался, ребята. Да-да-да-да. И бывает такое, такое тоже бывает. Так, немножко. Сколько ключиков? 6 ключиков, ребята, это круто. Так, мы сейчас откроем. Открываем сундук. Золотой, между прочим. Во, спасибочки. И отправляемся дальше в пиратскую бухту. Ага. Хорошо, играем дальше. Так, у нас червячок, давай. Ух ты, давай, давай, как бы тебя бы убить, а? Огромный такой. Ух. Так, слизняков буду есть. Ладно. Ребята. Бабл, бабл, бабл. Зелененький, вкусный, хороший бабл. Опа, отлично. Идем дальше. Вот еще один бабл. О, да, 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 да. Ах, ты убежал. Убежал. О, нет, 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 съели. Съели, съели, съели тебя. Хорошо. Идем дальше. Вот, у нас есть слизнячок. Так, жужака, жужака. Так, жужку съедим. Съели жужку, а тут смотри, сколько всяких вкусняшек. Ах ты гад, смотри, все подъел. О, и взорвался, прикинь. Спасибо. Ты был очень вкусный и питательный. Ах ты гад, смотри, врезался я в этом. Эх, ладно, возрождаемся быстренько. Сколько, сколько, сколько? 2 ключика, хорошо. 2 ключика это мало. Эх, чуть-чуть осталось до сундучка. Так, давай вот эту вот штучку съедим. Так, ух ты, сколько еды. Сколько еды, сколько еды. Ах ты гад, смотри, не дает съесть. Ладно. Ничего не дал съесть, съел все сам. О, и взорвался, прикинь, он взорвался. Ну, сразу же его кто-то подъел, и тоже кто-то взорвался, прикинь. Офигеть. Сейчас это мы все подъедим. Быстренько. Опа, спасибо. Ах ты гаденыш. Гаденыш. Вот ты такой большой, тебе еще надо вот это вот все есть. Алло. Так, быстренько это все съедаем. Во. Отправляемся назад. Вот здесь еще подъедим. Так, бабла, бабла. Нужно нам срочно этого бабла споймать. Так, бабл, давай, быстренько кушайся. О, кто-то опять лопнул, смотри. Надо здесь стоять и ждать, чтобы кто-то лопнулся. Ну, я бабла, конечно же, споймаю. И его сейчас закручу здесь и съем. Ух ты, дальновидение мне открыли. О! Быстренько кушаем. Так, я на такой большой скорости.
Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, ребятушки. Кто здесь ходит? Ах, врезался, да ну нафиг. Ну бывает такое, бывает. Эх. Хорошо, сколько я заработал этих самых ключиков? А, 9 ключей взял. Нормально, нормально, нормально. Мы открыли сундук. Что в сундуке есть? Вот, мы открыли немножко скинчик. Так, ну два только, ну ладно. Немножко, чуть-чуть не дошли до алмаз, до этих бриллиантиков. Эх, будем кушать, кушать. Немножечко здесь, сейчас в центр пойдем. О, сколько еды, а? Ой-ой-ой, врезались, врезались, бывает, бывает. Ах. Да, конечно, ключики мы не получили. Играем дальше. О, смотри, смотри, смотри. Ах, съел его, да? Пока я такой червячок, маленький-маленький червячок. Еще пока червячок. Пока червячок, пока еще не змейка. О! О! Потихоньку, понемножку. Уже, и можно сказать, небольшая змея. Так, ладно. О, еда, еда, еда. Съел, да? Ладно, мы сейчас съедим слизничка. И, ух ты, вау, 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 вау. Есть, врезались. Он у нас врезался, мы это все забираем, ребята. Это мы все съедим. Я никому ничего не дам. Все, ребята. Нет, 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 нет. Все, я уже стал большой змеей становлюсь. Так, кушаем. Нам, короче, нужно больше слизняков и больше что этих бабл съедать. Знаешь почему? Я тебе скажу. То, что нам за них дают ключи. Вот, тем более еще видение мне открылся. Так, давай вот этого быстренько съедим сейчас. Давай, 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 лопайся уже, лопайся. Магнитик. Так, вот этих пучков. Хорошо. Так, вот этот коричневый бабл, он только нектар дает. Ага. Только нектар. Так, слизнички есть один. О, бабл, 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 бабл. Слушай, а бабл тоже этих ест? Как его? Всяких штучек вкусных. О, перевертыш. Ах ты, ё-моё, врезался. Ну ладно. Кушай, чувак, кушай. Давай его добавим, друзья. Я все, возрождаемся и посмотрим, сколько нам дали ключи. Вау! 6 ключей. Спасибо. Так, и мы сейчас открываем рубинчики. Один рубин. Один рубин всего лишь. Да, это не сильно и много. Достижения зайдем сейчас. А, так, значит, камикадзе. Разбиться 4 раза об гору или край карты. Да, это я. Ниндзя, победить 18 змей с ускорением. Офигеть, 18 змей я победил. Круто. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.